Праздник, он подарил столько чувств и наполнил души таким ликованием, и такой какой-то торжественностью, и таким вдохновением. Очень созвучен с тобой. Мне этот праздник, сказочный концерт, он так вот сердце наполнил и ликованием, и восторгом. И вот как будто бы 5 вот этих подарков, они как жемчужины были подарены мне. Этот сказочный фильм собрал в себе так много светлого, доброго, такие разные как бы истории, они разные подарки. Так интересно, столько мыслей рождается, да, после просмотра этого фильма, мыслей, чувств, хотя мы просто сидели и смотрели. А такая жизнь внутренняя шла и идет благодаря тому, что мы увидели. И также душа хочет тоже цвести, петь и ликовать. Такие вот чувства вызывают.